борьба там развернется. Мы, конечно, сначала наделали много ошибок. Когда я пришел, то у нас в мужской гимнастике, когда пришел на руководство спорткомитета СССР, мы были, имели 0 медалей. Ну, и слава богу, уходя, так сказать, я оставил хорошее... Я считаю, не я, конечно, команда наша, большой круг тренеров. Мы оставили хорошее наследство. Но мы делали ошибки, мы брали то, что есть, и как бы пытались улучшить. Смотрим, за 4 года олимпийского цикла не получается, потому что что такое олимпийский цикл? 1,5 года учебных, и потом дальше стабилизация уже необходима. Значит, уже нельзя ничего нового учить. Для того, чтобы у нас такой вид спорта, чтобы сделать стабильное упражнение, ученые нам посчитали, нужно 800 или 1000 повторов. Особо талантливых, как Шахрина, Андрианова, они могут так щелкнуть и сделать. Но это 1-2 человека попадаются такие. А в остальные средний уровень высоких гимнастов сборной команды, это нужно повторять до 1000 раз. Это надо уметь выносливость иметь, чтобы это много делать. И надо иметь время. А если ты подойдешь с одним соревнованием и не стабилизировал программы, будешь авантюрно пытаться там сделать лучше, чем ты сделал на тренировке, это, конечно, будет 50-50. Да? Поэтому учебного одного олимпийского цикла не хватает для подготовки хороших резервов. Поэтому мы опустились, как мы говорили, на 3 этажа ниже, на 3. Мы начали контролировать детей и работать с их тренерами вместе.